Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы начинаем тестировать новинки 15-го каталога Faberlic. Итак, поехали. На очереди у нас с вами сковорода. Она, кстати, идеально подошла к моему корчику, корейчику, корцу, не знаю, как правильно. Поэтому начинаем с нее. Как я вам уже сказала, она достаточно легкая, не глубокая. Такое вот у нее дно. Покатые такие края. То есть она не сильно вместительная. Если бы знала, вот что она именно такая будет, я бы лучше взяла на семью из 4 человек 28 сантиметров. Но нам тоже хватит пожарить яичницу, блинчики, оладушки. Мне кажется, очень здорово. Вот как раз я приготовила яйца. И мы сейчас с вами будем жарить яичницу, смотреть, что из этого получится. Я думаю, все будет хорошо. В принципе, сковорода как сковорода. Ничего критичного. Наливаем немножко масла. Я сковороду с маслом и положила, разбила туда яйца и сосиску. Вот видите, даже для 4 яиц СО больших, да, сковороды маловато. Вот что как бы меня единственное, что разочаровало. Потому что у меня есть сковорода 26 сантиметров, но у нее 26 сантиметров именно дно. Понимаете, именно дно. А здесь получается за счет того, что вот такие вот покатые стеночки, по факту она как 24. Да. Поэтому вот так. Но нам все равно, в принципе, хватит. Все отлично, все нормально. Может быть, даже потом возьму 28 сантиметров. Сейчас посмотрим, как она у нас будет по качеству, как себя проявлять, как дно будет гореть и так далее. Так, легкая, прикольная. Мне кажется, блинчики на ней жарить вообще красота. Просто красота. Блинчики, оладушки, сырнички. Мега удобно. Картошку можно пожарить, я тоже думаю, вполне. Никаких вопросов не возникнет здесь. Гуляшек сделать, в принципе, тоже можно. Обжарить мяско, потушить. И порции хватит. Ну что, наш завтрак готов. Посмотрите, ничего не горит пока. Но мне интересен, знаете, какой момент? Да, я вилкой пользуюсь, потому что девочки сейчас делают такое покрытие, которое просто так вилкой не поцарапаешь. Если у вас покрытие, которое можно поцарапать вилкой, ну, либо у вас очень острая вилка, как ножи, которые вы дерете прям намеренно, либо, я не знаю, что это за сковорода такая, не поцарапаешь сейчас покрытие вилкой. Мне интересен был момент чистоты после того, как мы забрали еду. Ну, как бы все отличненько, ничего не горит. Вот где сосиска была, да, немножко потемнела. Так, и с другой стороны, сверху, вот. Пока все чисто, то есть вот дно я имею в виду, чисто все. Пока все чисто, отлично, как бы мне понравилось. Сковорода как сковорода. За 1000 сейчас уже нигде практически не купишь сковороду, поэтому, конечно, рекомендую. Даже пожарить сыр вполне себе реально без пригорания. На прошлой сковороде, на этот год, я уже выкинула, он уже подгорал. Я просто не ем колбасу, сосиски и прочее, но очень люблю с утра с кофе бутерброд с большим количеством зелени, помидорок. Возможно, даже яичко такое, вот знаете, чтобы расплылось. И жареный сыр. Вот я прям обожаю. Очень хорошо сыр жарится. Прям вот прекрасненько. Дальше, девчонки, смотрите, какая у меня толстовка после прогулки. Она всегда почти такая же. Тут есть даже пятна, которые не отстирываются уже. Вот эти, по-моему, вот застарелые два пятна. У нас площадка песок детская, поэтому так всегда бывает. У нас мы такие чистые приходим, гуляем активно, долго. Мультиочиститель Soyang. Артикул его. Сейчас мы с вами раздобудем. Где он? Я все время теряю. Сейчас будем с вами. Вот он, 332. Я почитала в карточке товара, я могу ее видеть, к счастью, что, ну да, действительно, это как жидкий перкарбонат, хотя состав другой. Абсолютно те же самые противопоказания, то есть не обрабатываем шелк, шерсть, алюминий, потому что он потемнеет, как также он темнеет алюминий от перкарбоната. Обрабатываем все, что угодно остальное, в принципе. Пятна поверхности сейчас потестируем с вами. Вот такая сложная задача. Потом как раз буду включать стирку и постираем с вами вот этим вот мультигелем для стирки, который плюс кондиционер. 308-08 артикул. Он 0+. У нас одушка очень приятная. Гель такой зелененький. В общем, все нормально. Я хочу перед стиркой обработать пятна. У нас тут по инструкции нужно привести в действие спрей. У нас здесь... Так, нет, это стоп. Это спрей. А это что? Сейчас двумя способами попробуем. Смотрите. Так, это спрей. А, это прям мелкодисперсное распыление.
И еще написано, так же как перкарбонат, не обрабатывать ткани, которые подвержены, ну, линьке, то есть ткани окрашенные такие сильно ядреные. У меня таких нет. А, это струя. Вот, смотрите, второй режим. Я сейчас лучше с пенкой, причем там нарисована прям пенка. Я сейчас лучше вот таким вот способом, спрейчиком всю ее запшикаю. Написано оставить на 5-10, о, 5-15 минут, вот пенка образовывается. На 5-15 минут оставить. И потом потереть, либо постирать. Вот так в карточке товара. О, все запшикало практически. Пахнет чистотой. Ни больше, ни меньше. Да, там пятна. Все, оставляем пока. Предмет у меня есть, на котором можем потестировать. Вчера очищала крышку как раз для новой сковороды. Она у меня от Кукмара. И вот сюда вот загрязнения попадают, и туда ничем не подлезть. Вот ничем. Надо зубные ёршики попробовать. То есть в целом я ее все очистила, а вот здесь внутри не подлезть. Я, кстати, пробовала распшикивать вот это пластины наши, разведенные в воде. Хорошо отъедает, но все равно как-то не очень. Поэтому я прям сейчас, смотрите, вот так вот напшикиваю. Крестюш, не надо сковородочку трогать, пока мы, малыш. Так, вот так вот сейчас туда, чтобы туда попала. Прям туда жидкость-то попадает. Но вот эта вся бякость, она не отъедается, не вылезает. Давайте попробуем. Это достаточно сильное загрязнение. То есть и пролезть туда тяжело потом. Не то, что тяжело, а невозможно, чтобы вот это все достать. Вот так вот по-идиотски, конечно, сделана крышка, на самом деле, от кукмаровской жаровни, что туда не подлезть и не почистить. Вот, пусть пока она у меня вот так постоит, где сильное загрязнение, чтобы там прям у меня жидкость была. Так, поищем сейчас еще чего-нибудь. Шла пятно на ковре. У меня тут помощник, которому все интересно, да? Беру обычную влажную тряпочку свою для уборки. Посмотрим. Пенится прям сразу, пенится хорошо. Слушайте, все, пятна нету. Это кетчуп, скорее всего, был. Да, кетчуп. Пока мне очень нравится. Надо что-то посложнее. Еще нашла холодильник. Холодильник прям как раз у меня в наружной почистке очень нуждался. А у меня дети тут играют в буквы, составляют. Он постоянно заляпывается. Ай-ай, все стекает. Буду опять попробую вот так вот тряпкой прям безабразиво. Смотрите, тут прям отпечатки пальцев грязных. Ну-ка. Написано в карточке товара, тоже идеально подходит. Смотрите, какая тут у меня грязь. Идеально подходит для очистки наружней и внутренней, по-моему, холодильников. О, прекрасненько. Слушайте, прям вот, ну, без экспозиции, без выжидания. Фокус. Но это как бы это ободранный, он просто при транспортировке пострадал. Смотрите, как хорошо. То есть тряпочкой даже без абразива, обычной мягкой микрофибровой тряпочкой. Так, сейчас весь холодильник очистим. Ну вот, пока смотрите, очень хорошо. Прям замечательно. Ищем еще что-нибудь посложнее. Момент в карточке товара написано, что избавляет от водного известкового налета. Вот у меня вот здесь есть налет на раковине. Краник как бы нет, тут ничего такого. А вот тут прям такой, знаете, сильный. Но я сомневаюсь, потому что здесь ничего не берет. Я прям сомневаюсь. Я сейчас на этот налет прям напшикаю хорошо и оставлю. Потому что я чистила ванну буквально, о, ванну, раковину буквально на днях. Этот налет не берет ничего. Можно, конечно, там ядерным каким-нибудь средством, но я боюсь все-таки повредить. И вот такой вот щеткой, ну, обычным каким-то средством, и вот такой даже металлизированной щеткой не берет ничего. У меня как есть, так и есть. Сейчас посмотрим. Пусть постоит пока так. Нашли с Крис еще, убирай ножку, убирай линейку. Пятна от арбуза. Ходили, искали, искали. И самое интересное не увидели. Подожди, салфеточный мой человек. Вот так. Давай оставим на 5 минут, наверное, давай. Пусть постоят, они такие ядреные. Короче говоря, вошла во вкус. Потому что это очень удобно. Вот тут какая-то ерунда у ребенка на письменном столе. Не знаю, что это. Честно говоря, так не оттирается, видите? Я сейчас попробовала тряпочкой, поэтому сейчас тоже запшикаем, что они тут наделали, не знаю. Пусть постоит немного. Вы понимаете, я же теперь не успокоюсь, вот где помидоры мои стоят на балконе. Столешница пластиковая. Ну, и комод тут пластиковый. Сейчас в одном месте вот так вот напшикаю. Мне кажется, тут уже быстро отъедает, нет? Да. Мы с вами как раз недавно в одном из видео тестировали карандашик Pink Magic на таких же загрязнениях. И там надо было потереть. А тут чудеса-то какие, господи. Что происходит? Смотрите, на глазах.
На глазах. Вот здесь у меня более застарелая. Давайте сейчас тихонечко тоже подвину свой томат. И вот здесь попробуем. Просто прям чудо какое-то. Ты же поливаешь, иногда переливается. Вот это вот удобрение с землей. Это прям въедается в пластик. И пробуем. Слушай, ну это вообще чудо. Нет, так даже не интересно. Так не бывает. Так не бывает. Смотрите. Ну прям все отъедает. Ну вот круг вот этот остался, но я говорю, это у меня застарелое прям вот такой вот кружочек. А так и здесь было, все отъело. То есть без выдержки вообще, моментально. Обалдеть. Проверяем. Что-то отъедает. Ой, хорошо, я думала, они покрытие покрытие. Нет. Все, стол чистый, идем к ковру. Так, ковер, смотрим. Пень, смотрите, как хорошо. Наверное, нужно потом влажной тряпочкой пройтись, чтобы разводов не было, как после перкарбоната. А так пятна трудные. Я вижу, что не с легкостью отходит, но отходит. Так. Так. Слушайте, ну все отличненько. Прямо вот шикарно. Сейчас влажной тряпочкой еще пройду, чтобы разводов... На всякий случай не осталось, а может их и не будет оставаться. Класс. Проверяем налет. 5 минут прошло максимум. Я хочу взять, вы не против, трубочку с абразивом? Трубочку, губочку, все. Губочку с абразивом, потому что здесь у меня не брало ничего. Ну, обычную для мытья посуды я взяла. Так. Я просто смотрю, как сверкает кран, туда тоже капли попали. Просто этой раковины я еще с советских времен, наверное. И вот в этом месте именно очень тяжело. Так, потрем немножко. И, наверное, еще вот так прям оставлю. Потому что, ну, я вижу, что еще не отъела. Но во всем остальном, конечно, супер. Трем кофту тут в целом, ну, минут 7-10 прошло, наверное. Вот как она выглядит. Но так в целом посветлела, какая была, да, и какая стала. Это вообще, это нонсенс. Сейчас еще запшикаю и все, и кладу ее уже в машинку. Включаю стирку с гелем. Будем стирать. Гели налью колпачок. У нас тут по инструкции вообще ручная стирка, машинная стирка 25-35. Сколько тут у нас колпачки? Есть деление? Нет деления. Ну, в общем, колпачок вот так. Налью геля. Постираем, посмотрим, как он работает, как кондиционер. Очень интересно. Вот прошло. Ой, уже прям, слушайте, картина хорошая вырисовывается. Сейчас я потру металлизированной губкой и будем смотреть крышку. Что происходит? У меня где-то там внизу налет куском отвалился. Ничего себе, как здорово. Слушайте, буду добивать. Буду сейчас почищу, еще раз запшикаю, почищу, еще раз запшикаю. Я задалась целью на сегодня вот этот налет весь убрать. По рукам, хочу сказать, лучше, конечно, в перчатках работать. Ничего критичного нет, руки не щипят, налет белый никакой не остается, но подсушивает, подсушивает. А так как бы, ну, нормально. Манула, девчонки, сейчас стою, делаю макияж и понимаю, что у меня руки... с белым налетом, поэтому средство агрессивное, работаем в перчатках. Так, что мы с вами сделаем сейчас? Макияж я уже сделала. Мы тестируем тушь и покажу вам помадку на губах. Тушь у нас с вами заявлена как удлиняющая. 2XL эффект накладных ресниц. Артикул. Не скажу уже, девчонки, этикетку разрезала. Посмотрите, новинка 15-го каталога. Так, давайте тестировать. Кисточка у нас с вами силиконовая. Продукт густой. Мне вот такой нравится. Сейчас посмотрим. Так, реснички до. Начинаем. О! Пока очень хорошечно. Прям красота. Слов нету. Сейчас посмотрим, как будет наслаиваться. Я бы не сказала, что она чисто удлиняющая, она и объем дает. У меня есть, ну вот комочек пока один обнаружила, знаете, чтобы придраться. Поношу тоже, конечно, ее весь день. И потом вам расскажу. Один слой. Мне нравится.
Нижние реснички. Комочки вижу. Комочки вижу. Маленькие, совсем вот парочку уже. Это все, конечно, убирается. У меня есть чисто удлиняющая тушь корейская. Там вот чисто удлинение. Она прям вот такие ресницы делает. Там действительно никакого объема. Одно удлинение. Нет, здесь все-таки объем присутствует. Второй глазик. Вот та тушь, что на кончике, я ее прям на ресничке вот так наношу. И потом уже красимся, как обычно. Запах у нее такой интересный. Нормальный как бы запах, но он есть. Вытягиваем. Сейчас посмотрим, как будет наслаиваться сразу. Или все-таки надо ей подсохнуть дать. Мне вот этот глаз правый косячный. Ее очень тяжело с первого раза накрасить нормально. Обычно я на этот глаз наношу два слоя, а на этот три. Потому что он реально косячный. Тут всегда ресницы. Кто в лес, кто по дрова. Короче почему-то. Не знаю почему. Так, я хочу потрогать. Так, ну вроде начинает застывать. Но еще на пальчике отпечатывается. Давайте попробуем сразу наслоить. Что у нас из этого получится. Нет, объем определенно есть. И объем, и длина все есть. Прям неплохо. Согласитесь? Конечно, у всех реснички разные и подкрутились, да? Потому что у меня ресницы, они вообще вот такие вот, они туда стоят ровно. Они не подкручены у меня от природы. Но вот прям пушистенько, да? Вот прям реально эффект накладных ресниц. Пушистенько. Классно. Ну и вроде так с комочками. Больше особо ничего нету, все нормально. Второй глазик. Реснички пока еще такие мягенькие, но сам продукт по себе он густой, поэтому по идее можно наслаивать сразу, не выжидая. Если бы у нас жиденькая тушь была, то да, пришлось бы дожидаться высыхания первого слоя. Ну вот тут видите, комочек небольшой есть. Мы его снимем, но тем не менее он есть. Но чтобы пушистые реснички получить, наверное, по-другому никак. Ну классно же, мне очень нравится. Если она еще отпечатываться не будет, то вообще красота. За соточку тушь такая, да? Со скидкой консультанта, девчонки, где-то 100, 110, 100, я не знаю, там. Ну, вообще смешная цена. И вроде вот зафиксировать их удается в нужном положении. Опять же, потому что продукт густой. Очень удобно работать. Ух ты! Мне кажется, даже здесь у меня сегодня наоборот получились больше, чем здесь. Сейчас немножко добавим на левый глазик. Сравняем накладные наши реснички. Прям классно. Слушайте, мне нравится. Пока очень нравится. Как же радует компания в последнее время. Вот приятно. Ты раньше много критиковала. Некоторые пишут вот отзывы. Вот вы все хвалите. Да не все я хвалю совсем. Особенно посмотрите мои старые ролики. Но если продукт классный, он классный. Что я буду его критиковать? Возможно, эта тушь кому-то не подойдет. Но вот я ей крашусь, вы все видите сами. Ну классная, ну классная. Если Г, я тоже говорю всегда, что Г я совершенно не скрываю. Вот, допустим, что Г вам показать, Фаберлик. А, вот это Г. Для меня. Вот это Г, вот как стояло, так и будет стоять. Кстати, по аромату понравился абсолютно всем. По ресницам, я думаю, тут все понятно. Может, на дне артикул? Точно. 50-87. Шикардос, правда? Вообще. Мне очень нравится. В конце дня обязательно покажу вам, отпечатывается или нет. По аромату Мурмур понравился всем. И мне, и обоим моим дочерям. Они прям в восторге. Ксюшка у меня, она достаточно такой придирчивый человек. Ей далеко не каждый аромат нравится. Но даже ей понравилось. Нежнятинка, вкусный. А я где-то на просторах интернета, вчера мне моей девочке-консультанты скидывала, увидела, что кто-то его описал как унисекс, потому что на первоначальных нотах он похож на мужской. Господь с вами, хочется сказать. Это нежнейший, очень интересный женский аромат, просто потрясающий. Рекомендую, девчонки. Но стойкость такая же, как и у Мурмур розовый, то есть не сильная. Вначале он очень яркий, он красивый, он богатый. Прям кажется, что он всю квартиру обволакивает, окутывает, согревает. Но часа три. Через часа три мне, чтобы его почувствовать, мне прям нужно принюхиться, а через 4 я его вообще не слышу. То есть стойкость характерная для парфюмов Faberlic. А я уверена, что вот этот флакон единственный за последние несколько лет, который у меня скоро закончится. Что я вам могу сказать? Поэтому
у кого со мной схожи вкусы в ароматах, обязательно берите, прям сразу можно без пробника. Вот, так, дальше помадка, которую я заказала, девчонки, очень красивый оттенок, понравился. Это жидкая матовая помада 409.70, прям невероятно носибельный оттенок, смотрите, Сая, практически как мои губы. Я все думала, теплый он или холодный. Он такой, какой надо. Он нюдовый. Очень красивый, носибельный оттеночек. Сейчас посмотрю, камера вам врет или нет. Да нет, в принципе. Сейчас еще при естественном освещении покажу. Прям вот на повседневочку. Ну тушь. Ну и вот при естественном освещении показываю вам помадку и реснички. Бух. Пушка, да? Все. С краном я пока остановилась. Меня уже результат очень-очень радует. Я думаю, что совсем все у меня отойдет еще через пару раз. Давайте смотреть крышку. Что у нас тут произошло? Грязь еще вижу, но вот достает, не достает до туда. Это очень вообще неудобное дело. Сейчас под водой ее промою. Слушайте, но все равно, вот даже взяла, у меня старая зубная щетка есть для таких целей, туда не подлезть. Если вы знаете лайфхак, как подлезть вот в эти вот места, расскажите. Или вы делаете, как я, просто выкидываете крышку и покупаете новую. Вот в этом месте вот еще осталось. А так загрязнение растворил. То есть по периметру растворил. Но вот сюда не подлезть, вот это не вытащить. Само под струей воды не вылетает. Противное какое место. Надо какие-нибудь другие крышки покупать. В общем, где вот такая вот гадость собираться не будет. Класс. Сейчас посмотрим еще на кофточку после стирки. Я вообще могу сказать, что класс. Класс. Я очень-очень довольна. Очень мощное средство. Действительно, вот по типу перкарбоната, но в жидком виде. Не нужно ничего уже кипятить, не нужен кипяток. Просто распыляем, ждем. Я в восторге. Я не знаю, как вы, а я еще пару бутылок точно в запас себе возьму. Объем здесь большой. Хватает надолго. Очистить можно все. То есть и для стирки, и для поверхности, и для каких-то загрязнений, и ванну. У меня ванна сейчас чистая, я бы вам тоже показала, попробую ванну обработать. То, что с распылителем, это вообще мега удобно. Формат классный, мне очень понравилось. Ну что, кофту достала из стирки. Вот эти вот застарелые пятна, которые были, они так и не отстирались. Я не знаю, что это такое. Такие странные, вот эти коричневые, серые. Они как были, то есть я уже сколько раз эту кофту стираю, она у нас такая походно-огородная. Эти пятна, они не отстирываются. То, что было свежее, все отстиралось. Вот как. Но что хочу сказать. Носочки у меня там были еще белые, цветные. Нормально. Нормально отстирывать. Нормально. Но порошок вот мне в этом плане все равно нравится больше. Но что хочу сказать. Во-первых, есть... Сейчас что-нибудь возьму, нюхнуть из кучи белья. Есть очень приятная душка. Она достаточно ярко выражена на мокром белье. Прям вот ярко. Она приятная, свойственная вот этой всей линейке Soyan. Это во-первых. Во-вторых, белье очень мягкое. Так что, кто любит стирать гелями, кому нравится то, что не нужно отдельно еще покупать кондиционер, пожалуйста. Белье действительно мягкое, как будто я добавила кондиционер при стирке Sensitive. Я не добавляла ничего. Только целый колпачок, целый я все-таки, девчонки, добавила не вот так, а целый колпачок вот этого вот средства. 20 стирок и как бы и кондиционер вместе. Белье действительно мягкое. Поэтому смотрите сами, думайте сами, я вам все рассказала. То есть сложные загрязнения не отстирывает. Спрей их тоже не взял, но я даже, несмотря на это, его очень полюбила, потому что он справился со многим. Ну а вот это уже, вот это, я думаю, уже ничем просто не вывести. Я не знаю, что это такое. Это просто не вывести ничем. Я уже порошком Фаберлик на высоких температурах стирала. Не знаю, еще карандаш только попробую. А так это не вывести ничем. Вот. Думайте сами, смотрите сами. Спрей восторг. Гели я не люблю. Я лично, ну, навряд ли буду повторять. Я все-таки люблю порошок. И по настроению добавите парфюмчик для стирки, кондиционер, который хочу. А кто любит стирать гелями, то класс, все супер. А еще что хотела сказать. Мне кажется, что вот этим средством еще можно почистить машинку от налета очень хорошо. Залить в барабан, ну, я не знаю сколько, но миллилитров 100, наверное, точно. Но хотя у нас также можно средством для ванны чистить. Не знаю, есть ли смысл в расход пускать вот это. Но попробовать можно. Миллилитров 100-200 залить в барабан. В общем, я таких бутылок еще все в запас однозначно наберу. Таких не буду, но не потому, что это плохо, а потому, что просто я такой формат не люблю. А вы смотрите сами. Хороший уже вечер, весь день я проходила с этой тушью, и что хочу сказать, все отлично, как она была, так она и есть. Для меня еще очень важный момент, мои реснички, которые я вам сказала уже, они вот так прямо стоят, они не опустились. То есть некоторые туши изначально фиксируют, а потом они в течение дня опускаются. Нет,
Как было, так и есть. Ничего не отпечаталось нигде. Все отлично, все замечательно. Тоже зачет. Ну и на этом, мои хорошие, буду ролик завершать, потому что и так много с вами начистили, наговорили. Тогда уход по линейке «Легендарный кислород» и «Аксиологи» обновленный у нас с вами будет в отдельном ролике. Ссылочка для регистрации всегда под видео. И здесь вверху где-то подсказочка тоже всегда есть. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.